Здравствуйте, братья и сестры. Во славу Божью началась уборка. Жатва 2024 год. Спаситель наш любит нас. Убираем хлеб. Хочу показать, какую приобрел, купил клетку на рынке в городе Кропоткин. Ребята интересуются по поводу аксессуаров, кормушек, поилок и так далее. Выбор, скажу сразу, огромный. Городе Кропоткин и кормушки, и поилки, и клетки, и так далее. Все делается разными мастерами, умельцами, ручная работа. Сейчас вам подробно покажу и расскажу, сколько стоит данная клетка, приобретенная в городе Кропоткин на птичьем рынке. Итак, начинаем по порядку. Это подставка под клетку. Смотрите видеоролик до конца, чтобы узнать стоимость комплекта клетка и подставка. Не забываем, братья и сестры, ставить лайки. Кто не ставит лайк, тот Лариска Гузеева. И серия передачи «Давай поженимся». Клетка выглядит таким образом, в виде чемоданчика. Очень удобно, компактно. В багажник положить, много места не занимает. Сейчас разложу вам и все покажу, друзья. Продолжаем. Открыл наш заветный чемоданчик. Состоит из двух частей. Здесь, как видно, умелец по изготовлению клеток для голубей приготовил нам вот такие вот бонусом в подарок поддоны. Как говорится, мелочь, однако приятно. Сейчас полностью разложу клетку и продолжим обзор. Вот так получилось в сборе. Два поддона и две клетки. Обратите внимание, клетка, ячейка довольно-таки большая. Это очень удобно для осмотра голубей. И сейчас покажу еще второй вариант. Смотрим до конца. А также можно сделать такой вариант. Клетка на клетку. Возможно, доработка на свое усмотрение, кому как нравится. Или две клетки в длину, или одну клетку на одну клетку. И еще внимание, обратите, друзья, внимание, что клетка делится на две части. Вот перегородка. Получается, что здесь два отсека, и в нижней клетке два отсека. Итого мы получаем 4 отсека, ну, грубо говоря, 4 небольшие клетки. Вот. Доработки очень простые, на свое усмотрение, кому как надо, влево-вправо, чтобы открывалось,
и так далее. Чем-то напоминает детский конструктор Лего. Вот так все это дело выглядит с торца. Как бы видим, подставку и две клетки. Если обратите внимание, каждая клетка разделена пополам. То есть здесь получается 4 клетки. На свое усмотрение, кому как нравится, можно поставить вдоль. Можно поставить клетки по ширине, кому как нравится. Можно и так сделать, поставить клетку на клетку. Естественно, все, вот есть поддон, который можно вот положить на первую клетку. Сейчас я вам подробно это продемонстрирую. Пожалуйста, друзья, с поддоном. Такой вариант возможно использовать. Ничего сложного в этом нет. И смотрите, самое главное, что обратите внимание. Данная подставка, которая, если ставить клетку на клетку, освободилась. Здесь можно еще поставить две такие же клетки. Первый этаж и второй этаж. Но мы помним, что клетки у нас универсальные, разделены пополам. То есть получается вот здесь 4 клетки в общем сумме. И с другой стороны можно поставить такие же аналогичные, и в итоге будет 8 клеток. По поводу цены. Мужчина, который изготавливает эти клетки и продает, просил за них 2500. Мы с ним нашли общий язык, так сказать. Сторговались за 2000 рублей. Можно длину, можно одну на одну ставить. Как вам угодно. Это конструктор Лего. Очень все просто, ясно, понятно. Вот. Сетка. Очко большое. То есть, покупатель, когда к вам подходит, вы продаете голубей, видно голубей хорошо. Не мелкая, крупная сетка. Вот. Имеется также подарок поддон. Вот такие, ребята, дела. Данную клетку приобрел в городе Кропоткин на птичьем рынке. Очень много, большое разнообразие, повторюсь уже, и поилок, кормушек, и клеток, и кошек ловить, и куниц ловить, и фазанов, и для рыбаков, и для охотников. Очень много полезных вещей. Как говорится, кому что под свои нужды. Благодарю, братья и сестры, за просмотры. Всем благ. Желаю здоровья, удачи и до новых встреч.